Э, мужик. Женя. Спасибо. А вы в порядке? Спасибо, да, я нормально, спасибо. Напугали вы меня, Евгения Веленовна. Как вы? Я нормально, голова только болит. А он мертв? Судя по всему, да. Расскажите, что произошло. Я не знаю, я... Я шла домой, он напал на меня и... зажал рот хлороформ, видимо. Да, эксперты подтвердили, что во время нападения использовался хлороформ. Живая? Все нормально. Снова. Что произошло? Ты так неожиданно замолчал, и я пытался дозвониться. Что здесь творится? Сюжет, Сергей Леонидович, для вашего нового романа. Вот прошу. Благородный рыцарь на белом коне оказался в нужное время в нужном месте и спас прекрасную принцессу от нападавшего злодея. Застегивайте его быстрее. Одно мне непонятно, юноша. Зачем вы убили нападавшего? Ведь можно было просто его обезвредить, не так ли? Я очень испугался, когда увидел, что он тащит Женю. Схватил камень и ударил его. Я не думал убивать. Хотел просто оглушить. Ну да, ну да. Вынужден сдержать вас. Для выяснения обстоятельств. Понимаю. Машину его быстро. Федор Михайлович, это обязательно? Закон есть закон. Абсолютно справедливо, Федор Михайлович. Берегите себя, Евгения Веленовна. Служба. Жень, поехали ко мне. Не, Сереж, извини, я здесь останусь. Извини. Не устаю любоваться, как же здесь красиво. Угу. Да, Анечка? Да. Как они умели выбирать места, где строить усадьбы. А это, знаете, была чья усадьба? Нет, кстати. Вяземских. У них было несколько домов и под Москвой, и в Санкт-Петербурге. Не волнуйтесь, Аня, я способна спуститься сама. Какая же красота! Боже мой, что это? Помогите кто-нибудь! Помогите! Прекратите истерику! Бегите в клинику и срочно найдите Иннокентия Михайловича. А как же вы? А я останусь здесь и прослежу, чтобы никто не подходил. Быстро! Вон она, вот там вот! Где Генриетта Яновна? Сюда! Господи, четвертый труп в клинике, я этого не переживу. Она жива. А? Что? Да, слава богу. Быстро сюда носилки, нужно отнести ее в клинику. Анечка, бегом, бегом, бегом! Женя, а может, это тот же самый придурок, ну, который... Ну, ты меня понимаешь, а? Очень может быть. Надо Перфилеву звонить. Вот вам подписка о невыезде. Распишитесь. Спасибо, Федор Михайлович. Не стоит. Забирайте свои вещи и можете быть свободным. Дежурный!
Хорошо, я сейчас пришлю Кравцову. Собственно, девушка практически невредима, хотя выглядела жутко. Ничего, бывает и хуже. Привет. Всем привет. Здравствуйте. Ну, что интересного скажете? Да пока ничего. Нужно дождаться результатов анализа крови. Я думаю, что девушка спит из-за серьезного количества седативного. У нее на руке следы от множественных инъекций. И еще, смотрите. Это как будто от наручников или чего-то подобного. Вот это уже интересно. Документов при ней, конечно же, не было. Нет, ни документов, ни телефона, ни сумки. Из одежды только футболка. Понял, ладно, будем выяснять. Вполне можно предположить, что на девушку напал тот же самый человек, что и на меня. Может, он психопат. Надо узнать, не было ли поблизости других случаев нападения. Хотя женщины не всегда об этом заявляют. Мыслите в верном направлении, Евгения Веленовна. Но это не тот случай. Думаю, что он напал на девушку случайно. Она могла его заметить, испугалась, стала кричать, а он таким образом ее обезвредил. Но... Но? Что но? Говорите, Федор Михайлович, это мне даже как-то страшно. Правильно, что страшно. Потому что на вас он напал целенаправленно. Но вы установили его личность? Да. Тело дактилоскопировали, скопировали, отпечатки в базе есть. Некто Василий Федосеев, рецидивист, был неоднократно осужден за более тяжкие преступления. Говорите, Федор Михайлович, я же вижу, что есть что-то еще. Есть. Есть. Подождите, это же... А, да. Этот брелок я в прошлом году привез в Вене из Испании. Вот такие у нас карусельки, Евгения Веленовна. Мы нашли с вами его убийцу. Правда, нашли совершенно случайно и, к сожалению, не сможем его допросить. Я поеду в морг, Федор Михайлович. Может быть, тело Федосеева мне что-нибудь подскажет? Здравствуй. Привет, Жень. Хорошо, что тебя отпустили. Как ты? Знаешь, я столько всего пережил за эту ночь в камере. Никогда не думал, что окажусь в подобном месте. Зато я понял, что у меня нет никого дороже тебя. Ты знаешь? Ты ведь убил человека, который убил Веню. Мы теперь не узнаем, почему он это сделал. Честно говоря, я до сих пор не осознаю, что убил человека. Хоть и невольно. Не совсем понимаю, как мне с этим жить. Зато я точно знаю, что без тебя больше не могу ни минуты. Это все мило, конечно, Кир, но... Я собирался привезти тебе кольцо,
Но подумал, что тебе это не понравится. Но мы можем прямо сейчас поехать в ювелирную и купить тебе такой, какой захочешь. У тебя стресс. Тебе надо отдохнуть, а потом же принимать такие судьбоносные решения. Тут дела? Ну, пока без изменений. Тия. Очнулась. Не переживайте. Все хорошо. Вы находитесь в клинике. Скажите, как вы себя чувствуете? Кажется, хорошо. Слабость только. Ничего, это пройдет. Вы не побудете с ней, а я сбегаю быстро за Иннокентием Михайловичем. Он буквально в соседней палате. Хорошо, конечно. Давайте знакомиться. Меня зовут Евгения, а вас? Не надо, не трогайте. Меня... не помню. Я, кажется, вообще ничего не помню. Ничего, такое бывает. Здравствуйте. Я Иннокентий Михайлович, главврач. Совсем ничего не помните? Сколько пальцев? Два. Два. Замечательно. За рукой следите? Прекрасно. Посмотрите в окно. Какое время года? Лето. Лето. Прекрасно. В каком городе живете? Я живу в городе... Ну, не волнуйтесь, такое бывает. Нужно просто немножко времени. Евгения Веленовна, позвольте вас на минуточку. Анечка, снимите капельницу. Ну что ж, случай очень сложный. Придется вызвать специалиста. Угу. И перфилива. Ну, конечно, милый. Хорошо, до вечера. Целую. Что? Дорогая, тебе не кажется, что ты теряешь квалификацию? Не подгоняй меня. Очень сложный экземпляр попался. Просто нужно больше времени, и все. У тебя неделя. Максимум. Вероятнее всего, у нашей девушки можно предположить диссоциированную амнезию, полученную в результате психологической травмы. Какую, простите? Можно попроще? Проще говоря, при подобной амнезии человек утрачивает персональную информацию, типа имя, фамилия, год рождения, но сохраняет память на универсальные знания. Ну, планета Земля, время года, определение предметов и так далее. А когда она выздоровеет? Ну, этого я прогнозировать не возьмусь. Коллега не даст соврать, это практически невозможно предсказать. Улучшение может наступить завтра, а может и наступить никогда. Да, печально. А ведь мы даже имени ее не знаем. Иннокентий Михайлович, могу предложить гипноз. Понимаю, методика спорная, но в некоторых случаях давала очень хороший результат. Не панацея, но, по-моему, в данной ситуации гораздо лучше, чем ничего. Ну что ж, понятно. Спасибо, коллега, что откликнулись. Держите меня в курсе, Иннокентий Михайлович. Всего доброго. До свидания. Очень рад знакомству. Слушайте, а может, по старинке возьмем у нее отпечатки и пробьем по базе? Маловероятно, что она там есть. Что же всех сходу в преступники записываете?
Наша пациентка просто слабая девушка, а не какая-то воровка или там убийца. Федор Михайлович умилился бы вашей наивности. Батенька. Ладно, я все понял. Пойду приведу ее. Положите, пожалуйста, вашу ладонь на планшет. Все? А что это такое? Сейчас с помощью этой программы мы попробуем установить вашу личность по отпечаткам пальцев. Нужно немного времени. Как странно. Программа начала поиск. Готово. Поиск завершен. И кто я? Лика Эдуардовна Шапошникова. Ну, вспоминаете что-нибудь? Мне это имя совершенно ничего не говорит. Интересно, откуда в базе отпечатки? Ничего серьезного. Мелкое хулиганство в подростковом возрасте. Жень, нам пора. Да. Ладно, Юр, не интригуй. Что ты там увидел? Дело в том, что Лика Шапошникова уже 3 месяца числится погибшей. Вот это поворот. Сейчас поедем в отдел, поднимем ее дело и все выясним. Слушай, надо поговорить. Ну, давай не так торжественно, побыстрее. Ладно, меня там ждут. Скажи, пожалуйста, а вот что тебе известно о твоем юном друге? Господи. Слушай, ну что ж ты опять лезешь-то не в свое дело, а? И все-таки. Скажи, пожалуйста, а вот тебе не кажется странным, что он так вовремя оказался в парке, когда на тебя напали? А тебе было бы легче, если бы меня убили? Так, господи, ты не о том говоришь, хорошо. Скажи, вот где он был, когда ты ездила в Затеево? Он был в Лондоне. И что? А то, что он был не в Лондоне, а в Екатеринбурге. Откуда ты знаешь? Да, что я спрошу? Ну, значит, этому есть какое-то объяснение. Я спрошу у него. Нет, нет, ни в коем случае. Он не должен знать, что тебе что-то известно. Жень, это может быть опасно. Подтакать своей паранойей, вот это действительно опасно. Извини, мне пора. На берегу реки Каменки 3 месяца назад случайные люди обнаружили брошенное покрывало, а на нем женские вещи и сумочку. В сумочке, помимо прочих мелочей, кредитка на имя Лики Шапошниковой. Ну, ее сразу же объявили в розыск, а через несколько дней ниже по течению выловили женский труп, сильно поврежденный рыбами. И решили, что это Лика. Почему? Не решили, предположили. Ну, по списку пропавших за последнее время. Труп сразу же предъявили тетке Лики. Как же ее? Казадоева Антонина Васильевна. Та сразу же опознала в погибшей свою племянницу. Кстати сказать, она же единственная наследница Лики, так как других родственников у нее нет. Какая проворная тетушка ухватилась за первый попавшийся труп. Конечно, кому хочется 5 лет наследства ждать? Теткин мотив понятен, но если Лика жива, кого ж тогда нашли в реке? Именно поэтому, Евгения Веленовна, возникает несколько очень любопытных вопросов. Итак, кто эта девушка, которую похоронили под видом Лики? Это раз, друзья мои. Откуда на берегу появились вещи? Либо она сама их оставила, либо их подбросили, чтобы все подумали, что она утонула. Но она не утонула. Едем дальше. Следочки одноручников, помните? Ее удерживали, я уверен, удерживали насильственно. Но вот кто и где? Очередной вопрос. А, следы от уколов. Ее кололи наркотиками? Нет. Наркотиков в организме не обнаружено, но в целом вопросов действительно очень много, я согласна. С чего начнем? Да, с чего начнем, Федор Михайлович?
чего начнем? Голубчик, разыщи-ка мне для начала эту тетушку-наследницу, а потом займись поиском всех пропавших без вести за этот период. Работа пришла, Кравцов. Сделаем, Петр Иванович. Разве я нарочно? Личико-то было, прости господи, смотреть страшно. А волосы хоть бы что. По волосам-то и узнала. Крестик был такой необычный. У Ликочки был точно такой же крестик. Как же я могла ошибиться? Мы же ее в церкви отпевали. Да, с церкви-то вы поторопились. Как я могла? А может быть, вы ошиблись? Может быть, вы не Лику нашли? Я ведь в ее квартире ремонт сделала. Хотела туда сыночка своего Ванечку отселить. Столько денег забабахала. Хорошо еще, что памятник на могилке не поставила. Ждала, когда земля осядет. Ну, да. Так бы вообще бы в долги бы влезла бы. Да, сейчас самое время попереживать из-за внеплановых расходов. Проходите. Проходите, проходите. Ликочка. Девочка моя, сиротинушка ты моя. Во что вы ее одели? Я тебе целую сумку вещей привезла. На первое время тебе хватит. Ну, Ликочка, посмотри на меня, вспомни. Вспомни, я тетя твоя, тетя Тоня, родная сестра твоей мамы. Да? Девочка моя, ну что же ты? Кровь-то родную не узнаешь. Извините, я вас не помню. Ну что ж, вы опознали, сами не знаете кого. Тогда любой бы мог ошибиться. Она же тогда совсем исчезла, как сквозь землю провалилась. На работу перестала ходить. Ее киношники обыскались. Ко мне даже приходили, спрашивали. А я что я могла сказать? А где конкретно Лика работала? Я не знаю. Художником каким-то. Да, понял. Все хорошо, на связи, Федор Михайлович. Ну, что там? Плохи наши дела, Жень. Звонил Перфилев, сказал, что в указанное время нет ни одного заявления о пропавших девушках. Ну, если более ранние заявления поискать? Да проверили, тоже ни одного совпадения. Надо выяснить, где Лика работала, расспросить ее коллег. Они же должны что-то знать о ее жизни. А то от этой тетки никакого толку. Знаешь, что меня смущает? Как-то она так быстро стала распоряжаться ее имуществом, даже не дожидаясь официального вступления в наследство. У тетки и сыночка алиби. Их тогда еще проверяли, когда Лика пропала. Сообщников никто не отменял. Знаешь, что надо сделать? Надо составить список мест, где они были чаще всего за последние 3 месяца. Потому что если Лику удерживали, то хотя бы раз в неделю они должны были ее навещать. Резонно. Ага. Федя! Федор Михайлович, ну что это за безобразие? Мало того, что ты из больницы сбежал, не долечившись, ты на работе торчишь до самой ночи. Лёчка, Рима Николаевна,
Я себя прекрасно чувствую, не стоит так волноваться. Я не волнуюсь. Я места себе не нахожу. Сначала это авария. Потом Женьку чуть не убили. Ты думаешь, это случайность? Я вот прям вижу, как над нами тучи ходят. Тучи ходят хмуро. Рима? Рима Николаевна, вы меня натолкнули на очень интересную мысль. Подождите 2 минуты. Я пришла мириться. Разве мы ссорились? Ты, кстати, про Караваев не забыла? Мы туда собирались. Когда поедем? Поедем обязательно, только попозже. Хорошо? Новое дело? Да. Очень важное дело. Ну, надо помочь одной молодой девушке. Она потеряла память. Вообще, там очень сложная ситуация. А вот скажи мне, ты бы мог определить, где чаще всего находились телефоны людей за истекший месяц? Ну, есть одна программка. Можно попробовать. А заодно найди мне, пожалуйста, информацию про художника-постановщика Лику Шапошникову. Я ничего не смогу найти. Ну, раз заодно, конечно, посмотри. А ты заодно свари-ка мне кофе. Знаешь, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Кроме мелких объектов, типа магазинов и поликлиник, есть только 2 места, где они регулярно бывают. Это их квартира и какое-то непонятное место в промзоне. Вот, смотри. Да, подходящее местечко, чтобы держать там пленницу. А что с Ликой? Ты узнал, где она работала? Никакой информации о таком художнике-постановщике мне добыть не удалось. А почему вы ролик не сделаете? Какой ролик? Ну, обычный ролик типа «Найдена девушка, кто что-то видел, слышал о перемещениях за последние 3 месяца, позвоните по такому-то телефону». Не догадались? Ну, не знаю, не думаю. Если Лику похитили и держали ее в заперти, то вряд ли кто-то ее видел. А что гадать? Вы сделаете, потом посмотрите. Нужно нам место где-то вот здесь. Ты с ума сошел, Кравцов. Давай, вызывай наряд. Есть. Вот такие карусельки. Подполковник Перфильев, предъявите документы. Федор Михайлович, по-моему, они глухонемые. Вы по губам понимаете? Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Неужели все так банально? И Шапошников здесь держали как дешевую рабочую силу. Слушайте, но нам тут сурдопереводчик нужен. Что, Кравцов? Слышал, переводчика ищи. Есть. Спросите, они когда-нибудь видели эту девушку? Нет, они никогда ее не видели. Понятно. Я же вам говорила, что я тут ни при чем. Вам лишь бы обвинить честную труженицу.
Вы лучше в киношной тусовке ищите, там и не такое творится. А вы уверены, что ваша племянница в кино работала? Мы проверили, художника-постановщика с такой фамилией не нашли. Как не нашли? Конечно, я уверена, она работала в кино. Я же совсем забыла. Она же имя поменяла на такое дурацкое. Лика Шапка. Вот под ним ее и надо искать. Ладно. Ну, за организацию подпольного производства вам все-таки придется ответить. Мы передадим дело нашим коллегам, пусть разбираются. Вот так вот. Делай людям добро. Они тебя и под статью подведут. Лика, волноваться не из-за чего. Процедура совершенно безопасная. Ничего не бойтесь. Я погружу вас в транс, и вы будете рисовать свои воспоминания. Главная задача этого сеанса – восстановить события последних 3 месяцев. Ой, извините, я вам помешала? Ну, вообще-то мы собирались начать. Я буквально пару слов. Лика, а как вы смотрите на то, чтобы разместить о вас информацию в интернете? Нет, я не согласна. Не согласна? Почему? Вы же ничего не помните, может быть, найдутся люди, которые видели вас в эти 3 месяца? Вот именно поэтому я и против. Я не хочу, чтобы информация о моей проблеме распространялась. Нет, врач сказал гипноз, значит гипноз. Очень разумное решение. Господин гипнотизер, а вы могли бы и меня записать на подобный сеанс? Я понимаю, что никакой гипноз не сделает меня моложе на 30 лет, но все-таки... А вы тоже страдаете провалами в памяти? Я? Как вы могли такое предположить? А зачем вам тогда гипноз? Бестактный вопрос. Это же очень интересно. Сударыня, я не фокусник, я врач! Иннокентий Михайлович, а мы не могли бы приступить уже? Эдуард Николаевич, приступайте, приступайте. Я позабочусь, чтобы вам никто не мешал. Пойдемте. Какой грубиян. Идемте, пусть они работают. Нас отвлекли, не обращайте внимания. Продолжим. Лика, внимательно слушайте мой голос. Когда я досчитаю от 10 до 1, вы погрузитесь в транс. Внимательно слушайте мой голос. 10, 9, 8, 7, 6. Нам очень повезло, Федор Михайлович. Последним проектом Лики Шапки был тот самый сериал, который снимался по сценарию Карского. Да, я очень смеялся над образом следователя по особо важным делам. Вы, пожалуйста, автору не говорите, он у нас обидчивый. Да-да-да. Я тоже прониклась сценами в морге. Так, ну и же не об этом. Карский должен знать кого-то из съемочной группы. К тому же они сейчас снимают 2-й сезон. Ну, это радует. Снова все в кучу собрались. Сейчас поедем разом всех и допросим, правильно? Ну, я бы не советовала вам действовать так в лоб. Может быть, лучше установить контакт в частном порядке? Как всегда, с вами согласен, Евгения Веленовна. Надеемся, что душевный господин Карский не откажет нам в протекции. Вот что получилось, Иннокентий Михайлович. Лика, кстати, очень хорошо рисует. Интересно, что это? Вот ни что это, ни где это находится, никто ее там держал, Лика, к сожалению, вспомнить не смогла. Но я думаю, что для первого сеанса и это уже очень неплохо. Надо же, как тонко прописаны детали. Обычно под гипнозом так не бывает. Я думаю, дело не в гипнозе, а в том, что она очень талантлива. Я вообще уверен, что Лика профессиональный художник. Жень, привет. Здравствуй. Это хорошо, что ты приехала. Я как раз хотела с тобой поговорить. Ты такая серьезная. Послушай, если тебя напугало мое предложение, то ты не переживай. Я тебя не тороплю. Можешь думать столько, сколько нужно. Я просто хотел, чтобы ты знала о моих намерениях. Перестань, я вообще не об этом хотела с тобой поговорить.
Так интересно. И о чем же? Скажи мне, куда ты летал, когда я была у Римы в Затееве? Я так и знал. Да. Да, я тебе соврал. Я не был в Лондоне, я ездил по делам в Екатеринбург. Зачем надо было выдумывать? Сам не знаю. Хотел этим произвести на тебя впечатление. А как же книга с автографом Конан Дойля? Тут все честно, не сомневайся. Я приобрел эту книгу на аукционе еще давно, а сейчас решил тебе подарить. Понятно. Но я понимаю, что ты хотел меня поразить, но не делай так больше. Пожалуйста. Иначе в следующий раз будет последним. Может, ты будешь больше обращать внимание на дела, а не на слова? Я очень благодарна тебе за мое спасение. Но, понимаешь, когда ты стараешься пустить мне пыль в глаза, ты начинаешь казаться другим человеком. А мне очень нравится это. Понимаешь? Понимаешь. Ты права, я болван. Ты болван? Обещаю, что больше это не повторится. Ну, договорились. Друзья мои, давайте поприветствуем нашего хорошего друга Сергея Карского, по сценарию которого мы снимаем уже второй сезон нашего сериала «Психология убийства». Да, Иван, спасибо. Спасибо большое, мне очень приятно. Да, не ожидал такой подстой. Наслаждайся, пока можешь. Ну что, вполне атмосферное кино получается. Замечательно. Стараемся. А это сейчас сцена здесь погони будет, да? Не-не-не, здесь просто сцена общения, собственно, вас. И вот прототипы главной героини. Да. А после обеда мы снимаем вон там, за будкой. Будем снимать сцену из первой серии. Там уже кровь, там уже всякие ужасы. Извините. Влад, надо начинать снимать. Все, не отвлекаем. Господа, господа! Довольно, давайте уже работать. А вы можете остаться посмотреть, как мы снимаем кино. Да, конечно, обязательно. Ребят, по местам! Выставляемся на общий план. Встаньте на ручку. Вон, смотри. Гела, Гел, можете на секундочку? Привет. Привет. Что-то интересное расскажете? Да нет, мы, собственно, спросить хотели. Ты помнишь Лику Шапку? Она на первом сезоне работала. Ну еще бы. Это ужас какой, она же утонула. Такая молоденькая, кошмар. А вы с Ликой хорошо были знакомы? Да так, привет, пока. Кофейку шахнем. Да она особо ни с кем и не дружила. Некогда было, знаете ли. Да? А почему? У нее роман был с режиссером. Ну, с нашим Владом. Да вы что? Ой, слушайте, он так переживал, когда она пропала. Нам пришлось съемки перенести на целый месяц. Ну, очень сильно забухал, прям по-черному. Я его отправила в клинику через своих друзей, чтобы он как-то пришел в себя. Да, действительно, такое горе. Ну да, горе-то горе. Но знаете, как быстро утешился. Роман закрутил. С Ленкой Живкиной. Подруга Лики. Гела! Гел! Иду! Ну где ты? Пардон, пора. Спасибо. Ну что, начнем с Влада? Да. Интересно, что он скажет, когда узнает, что Лика жива. Уехал. На связи. Счастливо. Сергей Леонидович, приятного. Всего хорошего. До свидания. Влад, нам очень нужно поговорить. Не сейчас. 5 минут. Приготовились к съемке! Готовы. Мотор! Мотор идет. Камера! Идет. Богдан, левее получу! Начали! Как думаешь, что это? Похоже, это мы с тобой. И это говорит мне женщина, которая на работе читает по телу, как по раскрытой книге. Карский, тебе не кажется, что ты пишешь ужасный бред? Не знаю, мне за это неплохо платят. Стоп! Этот план снят. Переставляйтесь на крупники. Ага. Переставляемся на крупный план. Ну,
давайте отойдем, чтобы не мешаться никому. Как впечатление? Прекрасные, но мы хотели с вами о другом поговорить. Нам нужна информация о Лике Шапошниковой. Ну какая может быть информация? Лика погибла. Вы понимаете, дело в том, что Лика жива. Это плохая шутка. Это не шутка. Лику похоронили 3 месяца назад. Я сам присутствовал на похоронах. Но, правда, хоронили ее в закрытом гробу. Я думал, это из-за того, что она утонула. Понимаете, дело в том, что на опознании произошла ошибка. И родственники признали Лику совершенно посторонней девушке. Я думал, такое только в кино бывает. Лен! Иди сюда. Ты представляешь, Лика жива. Как? Где она? Я должен ее увидеть. Она неподалеку здесь, в частной клинике. Поехали. Влад, я понимаю твой порыв, но у нас идет смена. Черт, совсем забыл. Ладно, только быстро, быстро, быстро! Чего стоим? Кого ждем? Время, деньги. Что думаешь? И чего мы стоим? Кого мы ждем? Ну? Спасибо. Здравствуй, Кеш. Ну что, мы нашли людей, с которыми очень близко общалась Лика. Они скоро подъедут. Это очень хорошо. Сейчас любая встреча важна. Неизвестно, что может пробудить память Лики. А что, гипноз что-нибудь дал? Дал. Спасибо нашему специалисту. Вот, смотрите, как здорово нарисовано. Да, а можно? Точно прорисованы детали. А можно я это сфотографирую? Да, конечно. Слушай, Серега, а что, если эти рисунки загнать в компьютер и узнать, что это за место? Ну, попробуй. Я лично пока такими технологиями не владею. Да, жалко. Я так на тебя надеялся. Слушай, я вообще не понимаю, почему мы с этим так возимся? Почему мы в Караваев до сих пор не поехали? Караваев может и подождать. А Лика не может? Что-то в нее так вцепилось. Трупа нет, опасность никому не угрожает. А память у нее может вообще восстанавливаться месяцами. А может, вообще никогда не восстановится. И что тогда? Ничего, будет жить с чистого листа. Вот и я об этом же. Или ты просто не хочешь уезжать от своего юного возлюбленного? Карский, ты издеваешься? Или ты на самом деле не понимаешь, что происходит? Лику держали где-то 3 месяца. У нее следы от наручников. Ей кололи снотворное. Она ничего не помнит и не может рассказать. И что? Да то! Если она была не одна. Как мы в Тай ездили, ты тоже не помнишь? Ты там еще ракушку большую купила,
А я ее нечаянно разбил. А может, ты помнишь, как мы Новый год справляли у Влада на даче? Ты тогда еще снеговика разрисовала под скелет, а сосед пьяный чуть инфаркт не получил. Ты правда вообще ничего не помнишь? Не помню. Давайте прекратим, пожалуйста. Я понимаю, это неприятно, но если бы вам незнакомые люди начали рассказывать какие-то истории, о которых вы понятия не имеете. Да, действительно, жесть. Слушай, а может тебе на съемочную площадку вернуться? Сразу все вспомнишь. Не уверена, что это хорошая мысль. Но ты все-таки подумай. В общем, поскольку Лика жива, будет открыто дело по факту гибели неизвестной девушки. Вы что, думаете, эту девушку специально утопили, чтобы выдать за Лику? Ну, я не знаю. Но такая версия не исключена. В любом случае, Лику уже кто-то похитил. Скажите, а у нее с кем-нибудь были конфликты? Да не было у нее конфликтов. На работе ее все любили. Нет, ну, мы, конечно, ссорились, но ничего серьезного, так, бытовуха. А вы тоже с Ликой ссорились? Я? Да нет, вы что? Мы с ней дружили. Она же моя подруга, она меня всему научила и в профессию привела. Кто же со своим хлебом ссорится? Ну, она в последнее время как-то отдалилась. Без всякой видимой причины? Ну да, у нее какая-то новая подруга появилась, так. Но она мне не рассказывала ничего, с ней не знакомила. Я на нее обиделась, потому что она ничего не скрывала от меня. Ясно. Держите нас в курсе, пожалуйста. Конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Я не понимаю, почему ты так вертишься возле Лики? Даже работу ей предложил. Интересно, как у тебя получается. То есть, Лику на мое место, а меня в ассистентке? Я, конечно, всегда подозревал, что все бабы инопланетянки, и понять их невозможно. Но не до такой же степени. Вы столько лет дружили с Ликой. Ты только что сама говорила, что она тебя всему научила. Да, так получилось, что ты заняла ее место. Но теперь ты даже не хочешь попытаться ей помочь? Ну почему я должна помогать такой ценой? Я так и знала. Ну все, хватит. Садись в машину, поехали. Я не поеду никуда. Я вызываю себе такси. Да ради бога! Я неделю назад говорил, что для следующей сцены мне нужны старинные шахматы. Говорил? Говорил. Я говорил, что они стыковые для конца серии. Говорил? Говорил. Я говорил, что без них снимать не буду. Да, говорил. Отменяйте сцену. Владусь. Что? Ну что ты, ей-богу. Давай вазу поставим или статуэтку. Там есть бронзовая лошадь. Ну, шикардос будет. Может быть, ты сама сядешь на эту лошадь, чтобы вообще шикардос был? Я не понимаю, в чем проблема. Ну, не нашли вы того, что я просил. Ну, скажите мне, у меня такие шахматы дома стоят. Ну, давай я быстренько к тебе съезжу и все привезу. Дай ключи. Можно это быстро сделать? Что?
Почему я все время должен орать? Тихо. Кого ищете, гражданин хороший? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, соседку вашу, Милу Рябинину. Вы не видели, она давно ушла? Да давно уже, Милок. Только не ушла, она уехала. То ли в Москву, то ли еще куда. Уж с месяц не появлялась. А зачем она тебе? Да так, спросить кое-что хотела. А вы не знаете, у нее есть, может, родственники или друзья? Ну, родственников никого. Была мать, да и та померла, царство ей небесное. А подружка? Ну, если только Оксана Кличкина. Они со школы еще дружат. А вы не подскажете, как ее найти? Спроси в поликлинике. Она там медсестрой работает. Женя! Да? Вы-то мне и нужны. А что случилось, Гелетьевна? Вы не знаете, где Лика? Может быть, ее увезли на какое-нибудь специальное обследование? Нет, насколько я знаю, нет. А почему вы так решили? Я хотела с ней поговорить о действиях гипноза, но вот второй час хожу и найти ее не могу. Так. Надо Иннокентию Михайловичу позвонить. Он должен знать, где она может быть. А, смотрите. Вон она, нашлась пропажа. Спасибо, Женя. Пойду к ней. Алло. Здравствуйте, Женя. Это Влад. Здравствуйте, Влад. Вы не могли бы сейчас ко мне приехать? А что случилось? У меня ЧП. Я сейчас вам скину адрес, только побыстрее, если можно. Хорошо, сейчас выезжаю. Спасибо. Слава богу, что вы приехали. Я думал, уже не дождусь. Я не знаю, что делать. Ну, для начала просто объясните. Все началось еще утром. И я как-то был не в духе, сорвался, накричал на Лену. Она шахматы в кадр не поставила. Дело даже не в шахматах. Я просто был на психе, понимаете? Я пока не понимаю. Короче, все закончилось тем, что она поехала сюда за этими чертами шахматами, а обратно на площадку не вернулась. Мы звонили, ждали ее, а она не отвечала. И? Ну, в общем, сцену перенесли на завтра, я закончил смену и приехал прямо сюда. И? Ее нет! Машина стоит, вот, а ее нет. Ну, я решил еще раз набрать ее, и вот. Телефон заиграл там, у задних ворот. Я как-то напрягся. Позвонил Карскому, а он уехал. Да? А я не знала, что он уехал. Он порекомендовал к вам обратиться. Так, ладно. Ну, давайте думать. Значит, телефон вы нашли? Там, у задних ворот. Вот здесь. Около колодца. Там что? Там небольшой пруд. Хотите посмотреть? Нет, позже. Ерунда какая-то. Ничего не понимаю. Так. Федор Михайлович, здравствуйте. Да, это Женя. Я вам сейчас адрес скину. Приезжайте скорее, у нас тут проблема. Нет, ну я же вам говорю, Милочка мне уже давно не звонила и не приезжала. Да и как она будет приезжать, если она в Москве? Понимаешь, мне очень нужно ее найти. Ну а что я могу? Телефон ваш я записала. Если Милочка появится, то я ей передам, что вы ее ищете. Одну минуточку. Я хотел бы передать Милочке вот это кольцо. Она его забыла у меня. Врете вы все, похоже. Милочка не могла забыть это кольцо. Она им очень дорожила.
Это единственное, что и осталось от покойной матери. А, вы, наверное, просто его украли? А теперь вас совесть замучила? Ничего не крал. Ты спроси у Милочки, откуда у меня это кольцо. Она тебе все расскажет. Хорошо, спрошу. Ну, разумеется, когда она появится. Разумеется. Я ничего не трогала, решила вас дождаться. Но тут следы крови, вот, и ведут к той двери. Вот, вот. Что за этой дверью? Там бассейн. Да ладно. Федор Михайлович, тела нигде нет. Следы волочения ведут к пруду. Ладно. Давай, дружочек, вызывай водолазов. Пусть поищут как следует. Есть. Ну что, осмотрим помещение, помолясь. Любезный, следуйте за нами. Очень похоже на то, что Лика рисовала во время гипноза. Вы уверены? Да. Действительно, очень похоже. Ну и что? Да Лика 100 раз здесь была. Вспомнила, вот и нарисовала. Спокойно, спокойно, любезный. Мы во всем разберемся, спокойно. А ну, уходите отсюда сейчас же. Как дела? Я сейчас полицию вызову. Зови, зови. Потому что полиция давно разыскивает свою подружку по обвинению в клевете. Я с удовольствием ее сдрам со всеми потрохами. И тебя, как соучастницу. Пожалуйста, можно без полиции? Я уже ничего не понимаю. Так, давайте успокоимся и просто поговорим. Потому что я тоже ничего не понимаю. Идет? Заходим. Живут же кинематографисты. Ну да ладно. Ну что вам могу сказать, любезнейшие? Как видите, наши сотрудники работают оперативно. Мы уже получили результаты экспертизы, из которых следует, что в вашем бассейне повсюду отпечатки пальцев гражданки Шапошниковой, а также на наручниках, которые мы нашли, те же следы. Это значит, что Лику в течение 3 месяцев удерживали в вашем доме, причем удерживали насильственно. Что вы хотите на это сказать? Что вы сошли с ума. Да что вы. Лики здесь не было. Не было. Лена 100 раз заходила в этот бассейн. Она может подтвердить. И Лена ничего не может подтвердить. Ее нет. И найти не могут. И вряд ли найдут, во всяком случае, живой. Вы бредите. Думаете, я ее убил? Эту историю я хочу услышать от вас. Откуда в таком случае кровь на полу бассейна, не принадлежащая Лике? Может быть, это кровь Елены? Не знаю. Может, ее кровь. Может, она упала, ударилась. Я здесь при чем? Я никого не убивал. Ну, зачем бы я тогда звонил Жене? Это прекрасный ход. Проверенный, надежный.
чтобы отвести от себя подозрения. Вы же, кажется, детективы снимаете. Так что в курсе дела. Федор Михайлович, водолазы обнаружили труп Елены Живкиной. Мне бы и с навидящим работать. Ладно. Забирай кинематографиста. Руки. Что-то еще хотите сказать? Я больше ничего не скажу без своего адвоката. О, эту песню мы знаем. Федор Михайлович, Влад не виноват. И он прав. Зачем звонить мне, даже не уничтожив улики? Вам не кажется, что это какая-то подстава? Все может быть, Евгения Веленовна, все может быть. Но если учесть, что в бассейне обнаружены биологические следы Лики, выходит, это она подставила Круглова. И как тогда мы можем квалифицировать рисунки? Рисовала-то она под гипнозом, а вам лучше меня известно, что под гипнозом невозможно лгать. Понимаете, разные люди по-разному поддаются гипнотическому воздействию. И если допустить, что Лика не гипнабельна, то получается... Получается, что мы имеем дело с очень хитрой и опытной преступницей. Но пока это всего лишь наше предположение. Ну, в общем, есть у меня тут один план. Правда, не совсем этичен. Но в данных обстоятельствах нарушение этики я как-нибудь переживу. И тогда я пообещала себе, что я найду вас и отомщу. Ну почему ты решила, что это именно я, тот подлец, который бросил твою мать беременную? А как бы вы поступили на моем месте? Ведь вы были тогда в каравае. Вот, посмотрите, фотография. И мама мне дала отчество Сергеевна, а? Да вот я, это Кузя. У меня не было с этой девушкой никаких отношений никогда. Я видел ее один раз в жизни на этой вечеринке, когда мы сфотографировались. Она просто хотела загадать желание между двух Сергеев. Стоп. Что? Так, а Кузя, он не Кузя. У него фамилия Кузнецов, а его звали так же, как и меня, Сергей. Тебе мать говорила, кто из этих двух твой отец? Нет. Нет, подождите, я же сама обо всем догадалась. Я посмотрела ваш сериал, где вы говорите об актрисе, которая на память от ее неизвестного отца достала старинное кольцо. Так у моей мамы тоже есть такое старинное кольцо. Ей мой отец подарил. 7 июня она каждый год это праздновала как великое событие. Как вы могли знать о кольце, если это не вы? Ну ты что, ты даже не попыталась проверить, я это или не я? Прежде чем устроить вот эту дикую выходку. Ну ты что, ненормальная, что ли? Да я придумал эту историю, понимаешь? Вот просто сел и придумал, как я все истории придумываю. А может быть, это у Кузи был роман с твоей матерью? Мы просто не можем проверить это, потому что он погиб через неделю после того, как мы оттуда вернулись. Может, он любил твою мать, хотел забрать к себе. Просто не успел. Конечно. Легко все спихнуть на мертвого. Значит так, завтра поедем в лабораторию, сделаем тест ДНК, чтобы ты убедилась. Договорились? Ладно. Вам, наверное, ночевать негде. Оставайтесь здесь, вторая комната свободна. Спасибо большое. Я не хочу, чтобы завтра с утра на меня написали 2 заявления сразу. Так, значит, внимание, найден девушка, Шапошникова Ольга Эдуардовна. Потери памяти, разыскивать люди, информацию, продвижение, месте пребывания. Ну да, за 3 месяца. Телефон, отделение полиции. Ну что, как видишь, 0% совпадения. Я же говорил. Простите меня, пожалуйста. Мне правда, мне так стыдно за все, что я натворила. Простите. Ну перестань. Не надо плакать.
Знаешь что? Что тебе делать в этом твоем караваеве? С твоими талантами тебе надо в Москву двигать. Приезжаю, помогу. Даже несмотря на результаты анализа. Вы такой добрый. Мне даже жалко, что не вы мой отец. Голуби жалко. Я дохлого его нашла. Кстати, а как ты все это делала? Ну, хотите, я могу рассказать. Ну, давай, рассказывай. Ну, компьютером я с самого детства увлекаюсь. С каких лет, интересно? Ну, с лет 7, наверное. Непосредственной причиной смерти Лены Живкиной явилось попадание воды в дыхательные пути. Кроме того, на височной кости... Прошу. Спасибо. Гематома от удара тупым предметом и сильное рассечение на месте удара. Если вы зайдете в морг, я вам все это покажу. Спасибо, я верю вам на слово. Ничего не понимаю. Выходит, вы сначала оглушили ударом по голове, потом оттащили до пруда, еще же выбросили в воду. Да, именно так все и было. Кроме того, время смерти подтверждает невиновность Влада Круглова, потому что в этот момент он был на съемочной площадке и увидел огромное количество людей. Так что Влада надо отпускать. Каева у нас добрая, Евгения Веленовна. Рано отпускать. Обвинение в том, что он насильственно держал у себя Шапошникова, с него не снято. Да. Федор Михайлович, к вам посетитель. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут сестра Серафима. Я из Очаческого монастыря города Калимова. Что же. Прошу вас, присаживайтесь. Храни Господи. Чем обязан? Матушка игуменья благословила меня на работу с общественностью. Поэтому я пользуюсь интернетом. Я увидела объявление. О пропавшей девушке, да? О Лике Шапошниковой. Вы с ней знакомы? Да, мы ее очень хорошо знаем. Лика жила в монастыре 3 месяца. Трудницей. Простите? Это значит, что можно жить и работать в монастыре какое-то время. Помолиться. Разобраться в себе. Вот и Лика. Недавно сообщила нам, что она пришла в согласие к собой и решила вернуться к мирской жизни. Ну вот, Федор Михайлович, Лика же не могла быть прикована наручниками и в то же время находиться в монастыре. А скажите, пожалуйста, у девушки не было странностей в поведении? Может быть, проблем с памятью? Нет, ничего подобного не было. Лика очень приятная девушка, старательная. Она работала у нас в иконописной мастерской и даже помогла отреставрировать несколько икон. О, интересно. А когда она покинула ваш монастырь? В прошлую среду. В парке ее обнаружили 2 дня спустя, в пятницу. Стало быть, то, что могло вызвать амнезию, произошло именно в эти 2 дня. Или она притворяется? А скажите, а насколько ценными были иконы, которые реставрировала Лика? Нет, они, конечно, были старинными, но не очень ценными. Из древних икон у нас только одна очень ценная. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Но она в реставрации не нуждалась. Ее и в монастыре-то не было. Как раз почти на 3 месяца в Москву привозили, чтобы больше людей могли ей поклониться. А вернулась икона... Недавно, пару недель назад. Скажите, а у вас есть оперативная связь с монастырем? Да, конечно, у нас есть телефоны. А зачем? Попросите, чтобы вашу чудотворную икону проверили на подлинность, хотя бы в первом приближении. Хорошо. Я как только узнаю результат, вам сразу же сообщу. Привет. Привет. Здрасте. Не ожидала тебя здесь увидеть. Я всего на минуту. Это тебе. А это что? Подарок. Подарок. О, телефон. Угу. Ничего себе. Но у меня есть телефон. Это специальный телефон, по которому мы с тобой будем разговаривать. Не, Кирилл, наверное, все-таки не стоит.
Не вздумай отказываться. Бери. Спасибо. Ладно, я побежал. Мне нужно ехать в командировку. А? Ну, я не буду спрашивать, куда ты едешь, и тебе не придется мне врать. А я и не собирался. Подожди. Ты же находишься под подпиской о невыезде. Не волнуйся. Я не покину пределов области. Все, я поехал. Созвонимся. Дело все больше и больше запутывается, Евгения Веленовна. Давайте-ка пообедаем. А то мы все чай да чай. Спасибо. Ну что, Влада надо отпускать, а Лику задерживать, причем срочно. За что же я ее задержать должен, с вашей точки зрения? За то, что она жила в монастыре? Она же врет по своему називу. Да врет. Ну, врет. Ну, это Евгения Веленовна. Уголовно ненаказуемо. Ну, хорошо. Ну, а как же та девушка, которую похоронили под именем Лики? Или вы считаете, что ее смерть совпадение? Нет, так не бывает. И потом, если Лика могла подставить Влада, значит, она могла убить и Елену? Понятно, правда, зачем она вообще все это сделала? Ничего непонятно. Главное, доказательств никаких нет. И кто эта утонувшая девушка, мы, увы, понять не можем. Ладно. Пока не разберусь, зачем Лик устроил эту игру, я ничего не смогу с ней сделать. Сеня! Привет. Привет. У тебя все в порядке? Более чем. Пока ты тут интересовалась проблемами беспамятства, я самостоятельно раскрыл дело, а Милочка на месте. Приветствую, Сергей Леонидович. Приветствую, Федор Михайлович. Давайте только потише, друзья мои. Не надо посвящать общественность наши дела. Пойдемте в кабинете, поворкуем. Хорошо, что вы здесь. Что-то случилось? Даже не знаю, как и выговорить. Я просто в ужасе от того, что узнала. Икона, про которую я вам говорила, оказалась поддельной. Вы проверили ее на подлинность, да? Да. И наш реставратор сказал, что подделка очень хорошая. Это такой ужас для нашего монастыря. Скажите, а можно как-то скрыть этот факт? Ну, хотя бы на полдня. Я думаю, что мы сможем вам помочь. Ай, не гоните коней, Евгения Веленовна. Я не думаю, что нам удастся так быстро расколоть эту барышню. Девушка прекрасно понимает, что пока мы не нашли икону, предъявить нам ей нечего. Стало быть, икону она нам не выдаст. Нам надо восстановить все передвижения Лики с того момента, как она ушла из монастыря. Как у вас тут интересно. Карский, ты можешь сейчас поехать со мной в город Калинов? Конечно. Это единственный шанс рассказать тебе историю Милочки по дороге. Вот и прекрасно. А потом мне все вкратце изложите. Кстати, вот мои коллеги могут вас довести до монастыря. Желаю здравствовать. Храни, Господи. Вы не волнуйтесь, как только будут новости, мы вам сообщим. Спасибо, Господи. Ну что, с чего начнем? Как обычно. Девочки налево, мальчики направо. Новый телефон? Да. Это подарок. О! У тебя что? Ничего. И у меня ничего. Ну что? Поехали. Хотя, может быть, у таксистов спросить? Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. А вы... Простите, пожалуйста, вы не видели случайно вот эту девушку? Нет, не видели. Нет? Нет. Спасибо. Извините.
Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вы случайно вот эту девушку нет, не видели? Нет, нет. Извините. Подожди. Дай-ка еще раз посмотрю. Точно. Я подвозил ее недавно. Да? А куда, не помните? Почему? Помню. Офис UBS. Это частная почтовая организация. Она посылку хотела отправить. И паспорт дома забыла. И вы ей помогли? Ну да, что такого-то? Зашел с ней и отправил по своим документам. Она еще очень просила оформить вручение в нужный день. Сказала, подарок для бабушки на день рождения. Ну как не помочь, я сам дед. Вы совершенно правы. Спасибо. Спасибо. Телефончик пригодился. Зря мы сюда приехали. Почему? Ну, кто нам даст информацию о почтовом отправлении без официального запроса? Никто. Может, Перфилеву позвонить? Слушай, сейчас, подожди. Фамилию отправителя мы же знаем? Знаю. Ну? А. Давай попробую сам с ними договориться. Ну, не знаю. Надо попробовать. Ну, попробуй. Удачи. Вы что себе позволяете? Я, по-вашему, вместе с памятью все права потеряла? Простите. В интернете болтается информация обо мне. Она уже по всем соцсетям разошлась. Кто вам позволил это делать? Вы понимаете, чем вам грозит разглашение врачебной тайны? Ах, вы об этом. Ну, я тут совершенно ни при чем. Я лично ничего не разглашал, никому никакой информации не давал. Я немедленно собираю свои вещи и уезжаю отсюда. Петр Михайлович, у нас проблемы. В смысле, у вас. Как полезно иногда быть знаменитым. Держи адресок. Улица Потешная, надо же. Интересно, кто там живет. Слушай, ты не поверишь. Там живет наша Лика. Как? Слушай, она сама себе посылку отправила, что ли? А вот этот телефон, наверное, для связи курьера с получателем. Дай-ка. Так, поехали быстрее. Мне пришла одна мысль, сейчас тебе подожди, расскажу. Забавная книжонка. Что я читаю, может, поумнеешь? Собрались, голубушка. Вы, кажется, не до конца выздоровели. Вы не имеете права держать меня в этой клинике без моего согласия. Безусловно. Без вашего согласия никакого права не имею. Ну, согласитесь, как-то странно получается. Доктор вам жизнь спас, помощь оказал. Счет за услуги не выставил, а вы куда-то бежите. Странно. Да и нам с вами надо кое-какие документики подписать, чтобы, так сказать, закрыть дело о вашем исчезновении. Ладно, я подпишу. Прекрасно. Пройдем в кабинет. Прошу вас, девушка, присаживайтесь. А где Иннокентий Михайлович? Иннокентий Михайлович нам не понадобится. Кравцов. Вот. Прочитайте, пожалуйста, и везде, где галочки, распишите. Я потом прочитаю, я очень спешу.
ответьте на звонок. Может быть, это важное? Ничего важного. Это незнакомый номер, я все равно никого не помню. А это я вам звоню, Лика. По тому самому номеру, который вы оставили для контакта с курьером почтовой службы. Как интересно. Ну что, голубушка, может быть, оформим чистосердечное признание? Я не понимаю, о чем вы. Ух ты, какой интересный ход. Федор Михайлович, позвольте, я расскажу эту историю. Будьте любезны. Я послушаю. Ну что ж, все началось еще во время подготовки к съемкам первого сезона «Психологии убийства». Использовать монастырь для съемок не разрешили, поэтому нужно было воссоздать интерьер монастыря в павильоне. Вы поехали в зачатийский монастырь, чтобы все там подробно сфотографировать, и увидели очень ценную икону. Кстати, недавно на международном аукционе подобная икона была продана за $500,000. Кравцов, Кравцов. Федор Михайлович, ну я по телеку видел. Да-да, вот именно. И вы решили этой иконой завладеть. Но украсть нельзя, потому что пропажу обнаружат и сразу поймают. И продать потом сложнее. Но вы же художница, поэтому для вас проще написать копию, затем приехать в монастырь, попроситься пожить там трудницей и аккуратно подменить икону. Я всегда знала, что нормальные люди занимают свою жизнь чем угодно, только не пишут сценарии. Но вы, пожалуйста, продолжайте. Мне интересно, до чего дойдет ваша фантазия. Так это же был ваш план, не господина Карского. Вы прекрасно понимали, что подделку очень скоро обнаружат, вора начнут искать и выйдут на человека, который был в монастыре и помогал с реставрацией. Поэтому вы решили, что Лика Шапошникова должна исчезнуть. Да, и, вероятно, по интернету вы нашли девушку, примерно похожую на себя, и пригласили ее в Москву. Что вы пообещали? Роль в кино? А? Неважно. А затем вы уже здесь позвали ее отдохнуть на речке и утопили. Вероятно, предварительно оглушив, так же, как Елену. Жутко, конечно, говорить про это. А закончив дело, вы решили покинуть страну по документам этой девушки. И никто никогда не узнал бы, как вас теперь зовут и где вас искать. Мне кажется, наступило время оформить явку с повинной, не так ли? Нет, это лирика. Может быть, может быть. Позвольте вашу сумочку. Зачем? Кравцов. Не заставляйте нас применять силу. Это... Хорошо. Это польский паспорт, да? Mm-hmm. Ванда Мицкевич. Вот кого нашли в реке. Надо сделать запрос в польское посольство. Не понимаю, почему ее до сих пор не искали. Ну, одиноких людей в любой стране хватает. Я не собиралась ее убивать. Я просто хотела украсть документы. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Но она в реставрации не нуждалась. Ее-то и в монастыре не было. Как раз почти на 3 месяца в Москву возили, чтобы люди могли ей поклониться. А вернулась икона недавно, буквально пару недель назад. Ну вот, теперь у меня все сложилось. Вы ведь так удачно инсценировали свою смерть, а потом вдруг решили воскреснуть. Объясните, Евгения Веленовна. Лика не могла предположить, что чудотворную икону повезут в Москву. И когда она сидела в монастыре и ждала, пока икона вернется, у Ванды Мицкевич просто закончилась виза. Поэтому вы рискнули и вернулись в мир под своим собственным именем, изображая амнезию. Ничего не понимаю, а? При чем здесь телефон курьера почты? Так икону-то куда деть? У себя держать нельзя? И тайника нет. Поэтому пришлось
отправить ее посылкой и указать дату вручения через месяц. Да. А за это время вы надеялись закончить все дела с полицией, которая будет устанавливать вашу личность и вернуться домой. Только телефончик-то вы где прятали? В лесу прикопали вместе с паспортами? Что вы молчите, Лика? Вы же умная. Ладно. Игра окончена. Я только не понимаю, зачем вы убили Елену? Я не хотела. Она сама виновата. Олег, привет. Помоги мне. Ничего другого не заслуживала. Не успела я утонуть, как она залезла в постель к Владу. Потом заняла мое место по работе. Вы бы как поступили? Как хорошо жить на свете, когда всегда знаешь, как надо поступать. Красов, наручники. Ну что, девушка, позвольте ваши рученьки. А Влада вы подставили, потому что испугались, когда я предложила вам разместить ролик в интернете. И очень технично подсунули нам подозреваемого. Очень умная. Господь милостив. Вернул икону. Привет. Привет. Ты чего здесь? Жень, поехали домой. Мы же все выяснили, нам уже ничего не грозит. Давай начнем все сначала. Своего малолетнего павлина ты все равно не любишь. Карский, тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Давай-ка я сама во всем разберусь, хорошо? Хорошо.